Это видео сняли местные жители незадолго до обвала. Грузовик сыпает землю просто вниз по склону. Люди говорят, что таких ходок грузовиков до ЧП было по несколько в день. Бесконтрольная отгрузка привела к тому, что наихудшие опасения местных сбылись. Причиной этому послужила насыпь склона, который производился сверху от застройщиков. С понедельника постоянно каждый день привозились машины с землей и ссыпались. Проезжал грейдер, растрамбовывал эту землю, насыпалось следующее. Состояние шока от того, что такая глыба на тебя идет. Ты понимаешь, что ты простой смертный и твоя жизнь под угрозой. Наталья говорит, сильно пострадал соседний участок. Там живет 90-летняя женщина, которая после того, как засыпала ее огород, боится, что земля завалит и дом. На ее глазах это все происходило, и она оттуда убегала, и слава богу, она осталась жива, но склон-то до сих пор шумит, и неизвестно, остановится он или нет, потому что, посмотрите на погоду, пойдут дожди, и, естественно, эта земля размокнет, и дальнейшие происшествия могут быть намного более печальные. Из всех служб на оползень пока отреагировали ГСЧС и полиция. Были и чиновники Киевской райадминистрации. А вот приезда обещанных специалистов из земельных ресурсов местные все еще ждут. В то же время в мэрии заявили, что проблемой уже занимаются. На выходных выезжала районная администрация, взяли этот вопрос под контроль. Официальных поступлений ни в управление, ни в городской совет не поступала информация. На сегодняшний день мэром поставлена задача выехать, установить причину, выявить людей, которые этим занимались, и принять меры по недопущению в дальнейшем этих действий на данной территории. По словам чиновника, сброс земли с мэрии не согласовывали, а грунт просел под собственным весом. Также есть опасность его размыва от дождей, и если вина застройщика будет установлена, ликвидацию последствий он возьмет на себя. Розыск застройщика уже ведут. Отмечу, что комплекс «Клаб Марин» был сдан в эксплуатацию 3 месяца назад, хотя сейчас там еще продолжаются активные строительные работы. В некоторых СМИ появилась информация, что застройщиком «Клаб Марин» является депутат облсовета Валентин Могильников. Он же связан с недавним скандалом с массовой вырубкой деревьев в бывшем лагере «Антарктика». Юлиан Аксенов, Денис Рудь, телеканал «Репортер».